Сегодня в нашей передаче необычный предмет. Это сигнализационная комплексная установка СКПУ-1. Она использовалась для обнаружения дыма, тепла, открытого пламени, определения места загорания и сигнализирования о пожаре световыми и звуковыми сигналами. Сигнализационная комплексная установка СКПУ-1 была выпущена в 1969 году. Она являлась технической новинкой и была с большим трудом получена из главка специально для оснащения строящегося Ленинского мемориального центра. Кстати, именно в сентябре 1969 года пожар произошел на стройке Ленинского мемориала. Чтобы в дальнейшем избежать таких ЧП, была внедрена современная система сигнализирования о пожаре. С целью полной автоматизации извещения о пожаре в установку включена система автоматического набора телефонного номера 01 и передачи информации о месте загорания на центральный пункт пожарной связи. Сейчас СКПУ-1 является экспонатом музея пожарной охраны Симбирска-Ульяновска.